Компания «Татарские пироги» была основана в 2009 году. Целью компании было познакомить Россию, в частности, в данный момент Москву и область, с многообразной татарской выпечкой, пирогами, десертами, сладостями, а также различными хлебобулочными изделиями, которые ведут свое начало из древности. В Москве не было практически нигде представлено татарских пирогов. Мы организовали производство, набрали штат высококлассных специалистов, поваров, технологов. Долгое время мы приглашали специалистов с разных регионов, в том числе из Казани. У нас было около 15 точек. Компанию «Бонплан» и сотрудников компании, в частности руководителя, я знал давно и знал, что ребята очень большие профессионалы в том, чем они занимаются, и знал, каких результатов они достигли от моих друзей-партнеров. И поработав с ними на каком-то этапе, я в этом убедился, так как действительно наше сотрудничество было очень плодотворным. До компании «Бонплан» мы открывали собственные розничные точки, а в сотрудничестве с компанией «Бонплан» мы начали открывать точки по франчайзингу. И они стали нашим генеральным партнером именно в франчайзинговом направлении. Свою работу они выполнили прекрасно, выполняют ее до сих пор. Мы достигли определенного результата, открыли несколько десятков, скажем так, точек через компанию «Бонплан», которые продолжают существовать и работать до сих пор. Компания «Бонплан» даст вам обязательно правильное направление и познакомит вас с правильным форматом бизнеса, который они проверили и считают, что это формат рабочий. Также они предоставят вам опыт других предпринимателей, дадут вам возможность встретиться с этими предпринимателями и пообщаться, как они достигли этого. А дальнейшая уже работа – это работа непосредственно с нами. То есть нужна наша поддержка. А нашу поддержку мы даем с удовольствием. То есть мы никогда от клиента не откажемся и не скажем, что вот не получается, до свидания. Мы будем до последнего тянуть, подсказывать, и клиент должен понимать сам. То есть если он плохо ведет свою работу, то действительно виноват в этом он сам. Что в 100% случаях и бывает. Планы грандиозные. Расширяться по регионам, по Москве, по России. Москва еще не охвачена. 52 точки, я считаю, это очень мало. Вот. Я думаю, что можно открыть 350 точек. Что мы будем делать? Начинающим предпринимателям я пожелал бы идти вперед. И самое главное, никогда не сдаваться. Никогда. И обращайтесь в «Бонплан».